Здравствуйте, мои балалар. Здравствуйте, ребята. Сегодня мы проходим 24-й урок русского языка. Ребята, сначала подписывайтесь на наш канал, потому что вы можете найти все ответы, которые вы искали. Және де балалар, біздің арнамыздан тұжыбы бұжыбының толық жауаптарын таба аласыңдар. Ол үшін подписаться деген қызыл батырманы басқаннан кейін, қоңырау шалуды басып кетіңдер. Сол кезде сендерге біздің жауаптарымыз міндетті түрде бірінші болып көрініп тұратын болады. Балалар, бізді лайкпен қолдауды да ұмытпаңдар. Итак, ребята, мы начинаем наш урок. Тема нашего урока – мои достижения. Я могу определять жанры текстов. Я могу строить высказывания по началу текста. Я могу написать краткое изложение с помощью учителя. Я умею определять значение незнакомых слов по контексту. Я умею согласовывать слова в предложениях и правильно их произносить. Итак, ребята, первое задание. Прочитай и подумай. Определи жанр, докажи, ответь на вопросы. По улице шла молодая женщина с маленькой дочкой. Они спешили? Они спешили. Наперерез медленно шел старый дедушка. Мать сказала: «Видишь, дедушка идет. Надо ему уступить дорогу». «Но он очень медленно идет. Он весь старенький», — ответила дочка. Вот, пока он пройдет, ты постой и подумай, почему мы не должны переходить дорогу старому дедушке? Девочка задумалась. Дедушка, поравнявшись с ними, поблагодарил и благословил их. Девочка сказала: «Я поняла». Определи жанр, ребята. Жанр этого текста – это разговорный стиль, да? Теперь давайте ответим на вопросы. Какой ответ девочки тебе показался верным? А. Он очень медленно идет, ведь он старенький. Б. Я поняла. Ребята, второй, то есть ответ Б, я поняла, мне показалось верным. Объясни свой выбор. Этот ответ девочки мне показалось верным, потому что она поняла, почему надо уступать старшим. Как ты понимаешь значение слова «наперерез»? Наперерез – это пересекать чей-то путь. Следующее у нас второе задание. Поработай со словами. Прочитай слова, запиши их, поставь ударение. Поняла, наперерез, идти дорогой, дорогой друг, обычай, традиция. Ребята, запишите эти слова в ваш тетрадь. А потом поставьте ударение. В слове «поняла» ударение падает на букву «а». На перерез. Ударение падает на последнюю букву «е». Идти дорогой. Дорогой. Здесь ударение падает на букву «о», то есть на вторую «о», да? Следующее. Дорогой друг. Ударение падает здесь на третью букву «о», да? Обычай. Здесь ударение падает на букву «ы». Следующее у нас слово «традиция». В слове «традиция» ударение падает на первую букву «и», да? Следующее у нас третье задание. Напиши словосочетание. Образец. Казах – обычай. Казахский обычай. То есть село – жители, город – улицы, интерес – традиции, спорт – игры, солнце – дни, культура – наследие, золото – монеты, история – документы. То есть, ребята, с этими словами мы должны образовывать словосочетание. То есть, например, село – жители, сельские жители, город – улицы, городские улицы, интерес – традиции, интересные традиции, спорт – игры, спортивные игры. Солнце, дни, солнечные дни. Культура, наследие, культурное наследие. Золото, монеты, золотые монеты. История, документы, исторические документы. Следующий у нас четвертый вопрос. Послушайте притчу. Определи основную мысль. Старик и дерево. Молодой человек увидел старика, сажающего дерево. Юноша спросил его, сколько нужно лет, чтобы это дерево выросло и принесло плоды.
Пожилой человек ответил: «Дерево это принесет плоды только через 70 лет». Тогда юноша с сожалением сказал: «Это же так долго ждать». Тот ответил: «За свою жизнь я отведал много плодов с деревьев, посаженных для меня моим дедом. Теперь, в свою очередь, я сажаю деревья для своих детей и внуков». Ребята, основная мысль этого текста – это даже если вы не будете есть плоды, посаженные вами деревьев, их будут есть ваши дети и внуки. Следующее. Давайте ответим на вопросы. Можно ли сравнить культурное наследие с плодоносящим садом? Почему? Да, можно. Мы можем сравнить их, потому что культурное наследие, как плодоносящий сад, да, накопление наследия предыдущих предков. Почему старик заботится о будущем детей? Потому что в свое время его дед также позаботился о нем. Следующий вопрос. Для чего нам необходимо культурное наследие? Культурное наследие нам нужно для того, чтобы мы могли увидеть накопленный веками опыт и знания наших предков, а потом передать это нашим поколениям. Следующее, пятое задание. Спеши. Спеши, раскрывая скобки. Объясни правописание букв. То есть, ребята, с какой буквы начинаются здесь слова? То есть, Мавзолей, Хаджи, Ахмед Ясауи. Большая буква или маленькая? Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссави, Арстан Баб, города Туркестан Тараз, Отрар вошли в список всемирного наследия. Все памятники культуры являются достоянием нашей республики Казахстан. Ребята, когда мы пишем первое слово в предложении, имена, отчества, фамилии, клички животных, названия городов и рек, стран и морей, деревень, сел, улиц, мы пишем с большой буквы, да? То есть такая же здесь ситуация, что Ходжа Ахмед Яссауи – это имя, отчество, фамилия, а также города, еще республика, наша республика, то есть страна, да? Пишется с большой буквой, да? Следующее у нас шестое задание. Подумай, кого и что ты видишь на рисунках. Каждому из них подбери подходящее словосочетание. Объясни свой выбор. Придумай каждой группе тематическое название. Ребята, мы в этих видим четыре рисунка, да? Первое у нас Абай Кунанбаев. Второе это у нас бабушка с внуком. Третий у нас мавзолей. Четвертый у нас Коркыт-Ата изображен, да? Слова для справок здесь песни Абая, Кобыз, Коркыт-Ата, нарядный камзол, рукописи Ыбырай Алтынсарина, мавзолей Айша-Биби, казахское гостеприимство, мазар Козы-Көрпеш и Баян-Сұлу, участвовать в Байтөсе, народные обычаи. То есть каждому из них подбери подходящее словосочетание, объясни свой выбор. Придумай каждой группе тематическое название. Первое тематическое название у нас «Духовное наследие». Песни Абая, рукописи Ыбырая Алтынсарина. Второе у нас «Казахские традиции», «Народные обычаи», «Казахское гостеприимство» и «Нарядный камзол». Третье у нас историко архитектурные памятники. Это мавзолей Айша-Биби, мазар Козы-Көрпеш и Баян-Сұлу. Да? Четвертое у нас музыкальное наследие. То есть Кобыз Коркыт-Ата участвовать в Айтысе. Следующее у нас седьмое задание. Прочитай. Напиши изложение с помощью учителя. О языке. У каждого человека есть родной язык, самый дорогой и любимый. Это язык отца и матери, язык предков. Язык, родное слово, согревают нас лаской и теплотой, радуют шуткой, рассказывают сказки, открывают перед нами страницы бессмертных книг. Язык – культурное наследие народа. Каждый должен знать, изучать свой родной язык. Ребята, по этому тексту мы должны
написать изложение, да? Например, родной язык самый дорогой и любимый для каждого человека. Это язык матери, отца и предков. Родное слово согревает нас лаской и теплом. С помощью него мы можем читать книги. Язык – наше культурное наследие. Каждый человек должен знать, изучать свой родной язык. Ребята, также вы сами должны написать изложение, то есть с помощью только учителя, да? Следующее у нас восьмое задание – контрольное списывание. Самое прекрасное на свете – Родина. У каждого человека есть родина, и каждый любит ее. Человек любит людей, с которыми он живет, любит свой народ, любит свой родной язык и песни своего народа, сказки, танцы, книги. Без родины и без своего народа человек не может жить. Выпиши словосочетание глагол плюс кого, что, существительное. То есть, ребята, мы должны написать словосочетание глагол плюс существительное, да? Итак, первое у нас любит ее, любит людей, любит народ, любит родной язык, любит песни, сказки, танцы и книги, да? Здесь слово любит у нас глагол, да, что делает. Слова ее, людей, народ, родной язык, песни, сказки, танцы, книги отвечают на вопросы кого, что, да? На этом наш сегодняшний урок закончен. Не забудьте подписаться на наш канал, потому что вы можете найти все ответы, которые вы искали. Ребята, а также не забудьте поддержать наш канал, чтобы вы могли увидеть больше ответов всех уроков. Ребята, желаю вам удачи, до скорой встречи!